Депутаты Сената парламента на пленарном заседании Палаты приняли поправки в бюджет на 2015-2017 годы. По словам министра национальной экономики Ербулата Дусаева, рост ВВП в 2015 году оценивается в 1,5%. Исходя из этого, номинальный ВВП прогнозируется в объеме 41 триллиона 307 миллиардов тенге. Разработан прогноз развития экономики страны при цене на нефть от 50 до 30 долларов за баррель. С учетом поручения главы государства на расширенном заседании правительства на новые антикризисные меры в рамках госпрограммы «Нурлы жол» перераспределят 101 миллиард тенге. Из них 30 миллиардов тенге запланированы в 2015 году из нацфонда на строительство социальной инфраструктуры, плюс 71 миллиард тенге путем перевода средств, предусмотренных в 2016 году из нацфонда на софинансирование проектов микрофинансовых организаций, модернизацию ЖКХ, строительство автодорог и арендного жилья. Облигационный займ в размере 75 миллиардов тенге на финансирование предпринимателей холдинг «Байтерек» также получит уже в этом году. Таким образом, объем целевых трансфертов из нацфонда увеличится дополнительно на 76 миллиардов тенге. Правительство, выполняя поручение президента, очень четко сбалансированно представило бюджет. Почему? В первую очередь, главная забота – это забота о каждом казахстанце. Это работа, это дом, это социальное обслуживание. Все социальные программы, которые были в бюджете, 100% сохранены. Направлены значительные средства на создание новых рабочих мест.